Друзья, всем привет! А вы знали, что младшая сестра Камиля и Амины начала сниматься в сериале «Кампус»? Оставайтесь на канале, и я вам обо всем расскажу. А перед началом просмотра не забывай оценить это видео лайком и подписаться на канал. А мы начинаем. Друзья, Камиль и Амина достаточно молоды и юны. И даже в таком юном возрасте Камилю и Амине часто пишут в комментариях, что лучше бы они в таком возрасте занимались больше учебой, а не съемками и музыкой. Но совсем недавно в сериале «Кампус» стала сниматься и Адель. Адель – это младшая сестра Камиля и Амины. Адель родилась 27 декабря 2022 года. Ей на сегодняшний день всего-навсего 1,5 года, и она уже снимается в сериале «Кампус». Снялась она в нескольких сериях, эпизодические роли, но тем не менее, времени в сериале ей было уделено нормально. В одной из серий Камиль передал ее Амине, но вскоре она выползла из коляски и потерялась в кампусе. Во второй серии она снялась просто в маленьком эпизоде в начале сериала. Но если честно, я немного волнуюсь. Не переживай, Аминка, мы тебя поддержим. Да, Адель? Да. Также, несмотря на то, что Адель всего-навсего 1,5 года, у нее есть уже своя страничка в Инстаграме, где почти 16 тысяч подписчиков. Можно сказать, что Адель уже наравне с Камилем и Аминой является актрисой и блогером. Друзья, а вы ждете новые выпуски с Адель? Напишите об этом в комментарии. Также не забывайте оценить это видео лайком и подписаться на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.